Ни язвы, ни гастрита, а каждый вечер болит желудок. А почему вы решили, что это болит желудок? Желудок по вечерам не болит, это не то чтобы вечерний орган. Желудок имеет другие характеристики дискомфортных и болезненных ощущений. Мы это подробно, кстати, разбираем на гастрогруппе. И если есть у кого-то какие-то проблемы, то можно пойти на гастрогруппу, и там мы все эти проблемы подробно разберем послойно прям. И симптомы, и обследования, и причины, все питания при проблемах. Вот. И здесь, скорее всего, загадка кроется в том, что мы неправильно сделали предположение и не сделали описание этой боли. Потому что на самом деле, когда возникает боль, надо все четко и точно прописать. Когда возникает, от чего возникает, сколько длится, каждый день, не каждый день, куда-то отдает, какая-то интенсивность. И как только у нас есть полное понимание этих характеристик, нам сразу становится понятно. И это болит желудок, или это болит, например, кишечник, или поджелудочная железа, или туда дает ощущение от желчного пузыря. Вот. А такая догадка просто по месту расположения, то тут и с местом расположения можно промахнуться. Ведь, знаете, многие люди, они не всегда точно знают, где у них на самом деле находится желудок. Это только при осмотре живота можно это определить.